Отучили курить, отучат и пить. Депутаты Госдумы предлагают убрать алкоголь с витрин магазинов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 4-е место в мире по потреблению алкоголя на душу населения. Это почти 16 литров в год. По мнению парламентариев, принцип «с глаз долой сердца вон» убережет от соблазна молодежь, но не помешает купить горячительное тем, кто за ним пришел. Да, хорошо, действенная мера. В какой-то степени. Может, кто-то и забудет купить. Не увидит и забудет. Западная Лица, Оленья губа и так далее. Вот там был принят местный какой-то закон, что водки не было вообще спиртного на витрине, на рекламе. Так что они делают? Значит, подходят, знают, сколько нужно заплатить. Ему выдают завернутую в газетку бутылку. Все довольны. Хорошо. Почему? А потому что сколько пить-то можно в России-то? Сколько пить-то можно? Дети, чтобы не видели, конечно, этого. Так лучше специализированные, наверное, заведения все-таки открывать для этого всего дела. Да, это бесполезно. Да потому что кто хочет пить, тот и будет пить. Обсуждение вопроса о снятии алкоголя с прилавка в Госдуме может пройти в ближайшее время. Однако в Минздраве идею раскритиковали. Есть мнение, что правильнее будет просто вывести алкоголь в специализированные магазины.